Однажды тетя Марина пришла в цветочный магазин. Привет, я Фикух Филя. Я тут самый красивый. Еще чуть-чуть, и мои листья достанут до потолка. Отозвался зеленый, высокий дядюшка Фикус. Привет, меня зовут Трагисканция Тася. Чтобы не говорил Фикус, я самая красивая на подоконнике. Я! Посмотри, какие у меня яркие листочки. Сказала кактусенку пышная тетушка Традисканция. Мои листочки красивее. Вы только посмотрите. Они не зеленые, а красные. Таких у других растений не встретишь. Перебил Традисканцию. Колю с Коля. Хватит спорить. Я самый красивый цветок на подоконнике. У меня бархатные листики и нежно-фиолетовые цветочки. Хмыкнула фиалка Фая. А я красивый? Смущенно спросил кактусенок Вася. Нет! Ответил Фикус Филя. У тебя нет цветов, ни листьев. Добавила фиалка Фая. У тебя одни колючки. Заметил Колю с Коля. Ты некрасивый. Подвела итог Традисканция Тася. Кактусенок надул губы и отпустил глаза. Обиделся. Он обижался 1, 2, 3. А потом обижаться ему надоело. Решил не обижаться, а улыбаться. И зацвел. Прямо на макушечке появился большой цветок. Такой красивый, что удивились все обитатели подоконника. А тетя Марина сплеснула руками. Вау! И сказала: «Ах, какая красота! Никогда не видела ничего красивее. Надо тебе, Вася, срочно сфотографировать». Ай да, Вася, ай да кактусенок.